Донат в мобильных играх. Я сейчас сел и посчитал, сколько денег за крайние 3 года я задонатил в мобильные игрушки. Примерно вот столько. Это квартира в центре Новосибирска. И я сейчас вообще не шучу. Именно столько я задонатил в различные мобильные помойки. Сказочный. Глупый человек. Всем привет, братья и сестры. На связи отец Евген. Здорово, отец. Сегодня поговорим о наболевшем, о донате в мобильных играх. И попытаемся выяснить, хорошо это или плохо. В каких играх самый дорогой донат, а в каких он напрочь отсутствует. Прожимайте пальчик вверх авансом, присаживайтесь поудобнее и давайте разбираться вместе. Наверняка каждый из вас заметил, что мобильные игры за крайние 10 лет совершили гигантский скачок в развитии. Если еще тогда игрушки на мобиле были просто убивалкой времени и выглядели они далеко не как некоторые AAA проекты, а примерно вот так, то сегодня мобильный гейминг — это настоящий гигант игропрома, приносящий разработчикам миллиарды долларов ежемесячно. Забавно в этой ситуации то, что 90% прибыли приносят внутриигровые покупки, тот самый донат. Перед тем, как мы начнем разжевывать всю хурму, вот вам интересный факт. На вашем экране прямо сейчас игра AAA уровня, которая даже спустя 4 года после своего выхода рвет все рейтинги в Steam. Она принесла своим разработчикам за все время своего существования более 600 миллионов долларов. А это мобильная игра, которая точно так же спустя херово тучу лет после своего выхода рвет сегодня все рейтинги. Она принесла своим разработчикам более 5 миллиардов долларов. Делайте выводы. Ты ужасно. Братишка, я надеюсь, ты не забыл, что я создал свой собственный канал на Твиче. Вот он, батя Евген. Тут проходят мои стримы по самым разным компьютерным играм, а также традиционное общение с подписчиками, совместный просмотр ютубчика, других стримеров и многое-многое другое. Ссылочка на мой канал есть в описании и в закрепленном комментарии. Там у нас лампово и очень весело. Подписывайся, буду рад тебя видеть. Еще каких-то лет 7 назад максимальной суммой, которую ты мог оставить в мобильной игре, были какие-то 300-500 рублей. Найти в своей любимой игрушке что-то дороже было просто невозможно. А самих игр, где были внутриигровые покупки, было не так уж и много. Жми лайкос, если застал то время, когда все играли во Fruit Ninja. А сегодня в играх можно встретить предложения и по 5, и по 10, и даже по 15 тысяч рублей. Так, а сколько у нас там стоят самые крутые AAA проекты? И самое смешное, что за эти деньги ты порой не заберешь то, ради чего ты донатишь. Например, в том же самом PUBG, чтобы забрать главную награду в каком-нибудь новом кейсе, порой нужно отвалить в игру более 50 тысяч рублей. Так, а сколько у нас там стоит снять квартиру в Питере на месяц? Ничего себе. В 2022 году донат в играх стал не просто большим, он стал огромным. Мега-гипер-охренеть каким огромным! Ну и вот стоимость — это еще полбеды. Куда проблематичнее то, что донат уже по сложившейся традиции напрямую влияет на игровой процесс. И то, как много ты влил в игру реальных денег, определяет, насколько ты будешь выше других в пищевой цепи мобилодрочеров. Другими словами, донатеры всегда сильнее. Далеко ходить не надо. Если в том же PUBG донат — это не больше, чем косметика твоего персонажа, оружия или транспорта, то в том же самом Free Fire это скины со статистикой, это ачивки для персонажей, это питомцы со способностями. Задонатил — получил преимущество. Именно такая система и заставляет ежедневно все больше и больше игроков, даже тех, кто никогда не думал и не планировал донатить в игру, заносить в нее свои кровные. Потому что порой просто надоедает, когда тебя нагибают донатеры. Хочется тоже кого-нибудь нагнуть. Ежедневно рынок мобильных игр развивается. Параллельно с этим развивается и наглость разработчиков. Сегодня, в 2022 году, встретить игру, где будут отсутствовать внутриигровые покупки, практически невозможно. Донат есть буквально везде. Даже в платных, мать его, играх. Мало того, что ты отдаешь за игру 2-3 тысячи рублей, так и после этого ты будешь снова тратить на нее деньги, покупая апгрейды, ускорители опыта или кейсы. Кейсы, мать его! Вообще, сегодня в 90% игр стали неотъемлемой их частью. Микроплатежи в играх — это настоящая чума, которая уже давным-давно захватила как и мелкие, так и крупные игровые проекты. Лично я начал донатить в игры примерно в 2010 году. Тогда я дико угорал с приложений ВКонтакте, таких как Ферма, Мегаполис или легендарная Тюряга. Абсолютно все самые популярные приложения во ВКонтакте того времени поддерживали микротранзакции, а конкретно в них люди вливали голоса. Покупаешь 50 голосов и вливаешь их в Тюрягу, а на них получаешь новые ачивки в виде особенных татуировок, шмоток или ту же самую баланду.
аренду для восстановления энергии. Донатил я тогда немного, примерно рублей 300-400 в месяц, ибо больше, будучи школьником, позволить себе просто не мог. Но даже несмотря на это, в то время 400 рублей это были довольно большие деньги. Например, доширак, как сейчас помню, стоил всего 15 рублей. Это сейчас, спустя много лет, я могу себе позволить, видите, 10, 20 и даже 40 тысяч рублей. Да, я идиот, знаю, но это, блин, как наркотик. И сравнивая привычку донатить в игры запрещенными препаратами, я вовсе не шучу. Задонатив в игру один раз, ты совершенно точно уже не сможешь остановиться. Я уверен, среди моих зрителей есть люди, которые донатят в игры. И если ты один из них, то тебе точно знакомо это чувство. Когда в игре выходит новое донатное событие, у тебя начинается ломка. Буквально руки трясутся, чтобы не закинуть в игру очередные 500 рублей. А донатные события, на секундочку, в современных играх выходят чуть ли не ежедневно. И потом, когда спустя какое-то время ты решаешь посчитать, а сколько денег я всего влю в эту игрушку, волосы на голове встают дыбом. Увидев итоговую сумму, сразу ловишь себя на мысли, как было бы круто потратить эти деньги на что-нибудь другое, более полезное. Например, купить себе новую игровую приставку, или на крайняк с десяток годных игр в Стиме. Или, как в моем случае, машину с рук на Авито. Но нет, подсев на эту ересь, ты как больной идешь и донатишь в мобильную помойку. Конечно, сейчас очень многие меня закидают фекалиями за то, что я смею называть их любимые игры помойкой. Но ведь это действительно так. Ответьте мне в комментариях на один вопрос. Что вас подвигает донатить в игру? Почему вы не хотите отложить эти деньги на что-то другое? Но нет! Современные школьники готовы абсолютно все свои карманные деньги сливать на эти гребаные игрушки. А порой дело доходит и до маразма, и пиздюки воруют деньги своих родителей. Мне не раз писали подписчики, что их мама или папа отбирают у них телефоны за то, что те незаметно взяли их карту и задонатили с нее пару тысяч рублей на алмазы Free Fire. Да даже в моей семье совсем недавно был такой инцидент. Да ладно! Как-то раз я подарил своей маме телефон на андроиде, точнее отдал свой старый, которым уже не пользовался. Я решил не выходить из своего аккаунта Google, так как на нем есть несколько подписок на онлайн кинотеатры, которыми хотела пользоваться моя мама. Мне не жалко, пускай. Спустя примерно полгода мне вдруг пришло уведомление от моего банка, что с моей карты было списано 1500 рублей. А спустя минуту с карты списалось еще 8. Я, конечно, тогда охренел и начал звонить в банк. Мол, что за фигня, почти 10 тысяч рублей ни с того ни с сего списалось. Сотрудник банка сказал мне, что я совершу покупку в Google Play Market. Я в панике заблокировал карту и стал искать причину, почему деньги стали списываться. Неужели кто-то взломал мой телефон? Но как оказалось, это был мой младший брат, который взял телефон у мамы и зашел с него в Brawl Stars. Он решил купить в своей любимой игре игровую валюту. А так как Google аккаунт с моей картой был на том телефоне, деньги, конечно же, списались мои. Вообще, если рассуждать здраво, то донат это неплохо. В том случае, если за него ты покупаешь только косметику. Например, какой-то костюм в игре или скин на оружие, как это реализовано в PUBG или Fortnite. В подобной системе микротранзакций вливание денег в игру никак не влияет на ее игровой процесс. Но если от доната напрямую зависит твой успех в этой игре и порой даже сам геймплей, то это, конечно же, плохо. И больше всего на самом деле печально то, что большинство игроков, которые донатят подобные игры, этого не понимают. И разработчики игр успешно этим непониманием пользуются, ежедневно добавляя все больше и больше донатов в свои игры. Мы, игроки, для них словно дойная корова, с которых они лутают миллиарды рублей ежемесячно. И винить в этом разработчиков совсем не нужно, ведь мы сами идем вливать свои деньги в их игры. Нас под дулом пистолета никто этого делать не заставляет. Мы хотим прокачаться и сделать это как можно быстрее. Мы хотим нагибать других игроков. Поэтому мы идем и из раза в раз донатим свою любимую игру, забив на то, что это маленькое увлечение очень сильно ударяет по карману и впоследствии вызывает настоящую зависимость. Ну, естественно, параллельно с этим мы забываем про реально годные игры, которые стоят намного дешевле, чем те же самые донатные помойки. В принципе, логично. Мне нравится. Пшел нахер отсюда. Это не для тебя сделано и не для таких, как ты. Друзья, с вами был, как всегда, отец Евген. Сегодня мы с вами поговорили на одну из самых горячих тем. Донат в игры. Ставьте пальчик вверх, если ролик вам понравился, и пишите в комментариях свое мнение. Что думаете по поводу всей этой ситуации? Будет интересно почитать. А также предлагайте в комменты свои темы для следующих моих видеороликов. Подписывайтесь на канал, если до сих пор на него не подписаны. И на Twitch мы подписаться не забудьте. На Instagram, на TikTok и на другие мои соцсети. Ссылочки также есть в описании. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.